Пожалуй, не каждый пользователь мировой паутины задумывается о том, что закулисье любого сайта выглядит так. Десятки километров проводов, 69 сотрудников и напряженный рабочий день. Тогда, 20 лет назад, в России интернет был всего лишь развлечением для технически подкованных людей. Но стоит сказать, что Ярославль уже в конце 80-х имел доступ в мировую паутину. Но хотелось глобализации, говорит ректор Демидовского университета Александр Русаков. Он стоял у истоков создания Рунета в регионе, хотел прорубить окно в мир для школ, вузов и музеев. Попасть на сайт Стэнфордского университета или попасть на сайт крупнейших баз данных, это тогда было настолько ново и настолько это веяло какой-то романтикой, абсолютно новыми горизонтами. Ну вот даже чуть-чуть жаль, что это стало так индустриально, просто. Ректор отмечает, что интернет изменил систему образования, и это самое ценное. Ну а людям, родившимся позже создания Рунета, уже невозможно представить свою жизнь без выхода в сеть. Учеба, общение, знакомства и даже отношения практически у всех подростков развиваются в мире виртуальном. Даже вот мама, если отключит интернет, это уже сложно. Ходишь по дому и сложно, даже нужна информация. Все равно живое общение, оно намного лучше, чем это все социальные сети. Глобализация Рунета уже достигла того, что можно, не выходя из дома, не только купить продукты, но и записаться на прием к врачу или получить паспорт. С помощью интернета возможно общаться дистанционно между гражданином и между государством. И это на самом деле очень важно, потому что это экономит время. А вот для пенсионерки Татьяны Ливановой Skype, электронная почта и социальные сети теперь слова не только знакомые, но и любимые. При помощи мировой паутины общается не только с государством, но и с друзьями, внуками и одноклассниками. Мы много-много лет не виделись, лет 30, если не больше. Вот, и вдруг мы друг с другом разговариваем, так фотки-то видела, его самого нет, и он меня. Ну, не знаю, какое я на него произвела впечатление. По крайней мере, он совсем такой же, как и был. Ну а благодаря стремительному развитию Рунета, теперь каждый желающий может запросто создать свой персональный сайт в мировой паутине. Для этого нужно всего лишь иметь адрес электронной почты, пару кликов, и теперь о вас узнает весь мир. Иван Уваров, Денис Ромашов. День в событиях.